Так. Завтрак. 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 Яйца. Туду-туду. И так, воды я уже выпила. И еще кофеечка. Кофеечка. Чай будет в обед. Сегодня очередной день из дома. Так. Так. Время перекуса. У меня здесь салат, тунец, огурец, что там, лук, лимоном и оливковым маслом заправлен. Вот такая вот тарелочка, достаточно большая. Все, сама съем. Так, время перекуса. У меня будет сыр, творожок. Сколько тут грамм? Вечер у нас проходит тихо. Дети пока смотрят мультик. Уже пора на самом деле ко сну. Уже поздно. И завтра я на учебу, а дети в садик. В общем, завтра начнется движуха. Единственный плюс в том, что у меня будет такой один день. Потом приедет муж, и он возьмет на себя эту программу максимум, которую я выдержала. В общем, пока что я держусь. Состояние отличное. Единственное, что я очень рано ложусь спать сейчас. Обычно до 9 стараюсь прилечь и уснуть. Вот. Чего, в принципе, всем желаю. Ложиться вовремя, чтобы утром вставать бодрячком. Но у меня дети сейчас сопливые. И не всегда получается выспаться. В общем, вот такая вот жизнь родительская. Доброе утро, февраль. Что, взвесимся? Все, сегодня на учебу. Все помятано. Плохо спала. Когда дети болеют, очень плохо спать. Два ровно. Окей. Доброе утречко, мы в строю. Едем в садик. Ждем автобус. Да. Два детишек в садик. Сейчас бегу домой. Пить вторую чашку кофе. И съесть свои два яйца. И, в общем, в принципе, я одетая, собранная. В общем, бодрое утро. Въезжаем в наш ритм рабочий. Два дня отсидели дома, и вот привет. За магазин иду, несу свеженький салатик. Сейчас сделаю себе салат. Пошла в магазин в Сале. Купила себе обед. Сейчас покажу немного, но где-то на 19 евро. Покажу, сейчас что купила. Так, 2.42, пришла я домой, прикупила тут немножко. Что купила на 20 евро? Два пакета вот таких маленьких, по 200 грамм, по-моему, около 2 евро, что ли, стоило. Малины. Я иногда такую беру, иногда полкилограммового. Так, взяла этой для салатов курица. Здесь куриное филе такое нарезанное. Мне кажется, вареное, поджаренное. Ну, вот это, кстати, можно поджаривать, тоже в салат добавлять. Вот там. Мейпл Юста. Сейчас холодильник сразу. Вот такой вот сыр. Не знаю, на чем похож, но он не соленый. Абсолютно такой нейтральный. Очень хорошо с кофе и вообще просто в качестве перекуса. Хотя я против перекусов, но еще, короче, в холодильник идет. Вот. Конечно же, фисташки. Не неделя без... Я на прошлой неделе ела фисташки, и на это тоже буду. Обязательно. Так, что тут у меня? А, ну вот, и йогурт. Бифидо йогурт.
тоже сейчас в холодильник. Это вместе с малинкой. Мне что-то очень понравилось. Но надо вместо малины еще и другие ягоды пробовать. Так, что тут у нас? Майта. Молоко. Вот так вот ставим сейчас. Оп. Ну вот как бы и вся еда, все продукты. Ничего особенного. Сейчас делаю салатик, но перед этим сейчас перекушу. Фисташками. Мне прям что-то очень хочется. А малину надо в морозилку. Так, поставила сверху шампурочку поджарить. Немножко поджарить. Ой, запотевает. И уже нарезала салатик. Вот такой вот. Заправила уже лимоном и оливковым маслом. Сейчас сюда добавлю курицу. Такой вот салатик будет у меня. Салатик. Сейчас буду смотреть Феликса и обедать. Всем приятного аппетита, кто обедает. В общем, вот такой вот ням-ням. Кто Феликса смотрит, пишите. Забавный. Забавный блогер. Детишки дома. У нас сейчас половина пятого и перекус. Так, малина. Вечер, когда я не ем. Но тут... сдвиг по фазе, и муж принес суши, правда, из супермаркета, ну ладно, они свежачок, будем есть. Так, утречко, иду взвешиваться после вчерашнего зажора с сушами. Правда, немного съем, но все равно соевый соус и... что? Нет. Ну нет. Доброе утречко. Сегодня у нас какой день недели? Четверг. Четверг. И иду в школу утром. Взвесилась, как вы уже видели. И результат меня просто, не знаю, удивил. 58 кг. Как и до праздников. Причем как-то резко. Я даже не поняла, в чем прикол. Потому что накануне съела суши, вроде бы там соль, много пила. И мне кажется, у меня что-то с весами. И либо у меня весы не показывают этот, с 68 до 72. Ну, да, не, странно, у меня муж взвесился, он сказал, у него все в порядке. А у меня конкретно вот так. Ой, какой чудесный денечек. И снежок хрустит, а я нараспашку. Да что тепло. Сегодня насмеялись, нахохотались, разговаривали про ЮКИ-тест, который будет, я так думаю, не скоро. И, короче, мы думали, как готовиться нам. Сдачи этого теста, оказывается, столько всякой информации дополнительной. Потом как-нибудь, кому интересно, напишу или расскажу в отдельном видео. Так, время 3 с копейками. Задержалась сегодня немножко. Купила клубнику детям, 2 упаковки за 6 евро. Вот эту уже немножко съела. И еще одна. Я потом еще. Вот такая вот клубничка. Вообще сладкая. И съела сейчас готовый салат. Вернее, съела, буду есть. А, тут курица, яйцо, томаты, листья салата. Вот этот вот лук я решила не добавлять. Он какой-то непонятный. Не люблю всякое такое, но соус добавила. Сейчас буду кушать. Так, половина пятого. Последний прием пищи. Малинка, учу финский. Слова. Доброе утречко, вечерик, смотрите. Светло. Время 7-8. Иду шнуровый браслет и на учебу. Сейчас пока зашнуровывала свои шнурки, поняла такую вещь, что я вообще никакой не типичный блогер. Что-то. Потому что даже про похудение у меня долго рассказывать не получается. Я дошла до своей цели, и как бы на этом все. Почему это я? Я думала, что мне получится растянуть эту тему. Ну, как бы я буду худеть,
Мне все же так быстро дается. Но я же торопыга. Мне же все надо быстро. Даже вот сейчас я иду. Кто-то пришел спокойной походкой, а я всегда тороплюсь, всегда бегу. Всегда мне что-то надо. И так происходит с похудением. Что? Вот уже сегодня 2, а не 3 февраля. 3, да? По-моему, 3. Да, 3. У меня уже на весах 67 900. Практически 68. Как-то быстро, да? Так, сейчас мы поедем на очень важное дело. У нас обеденный перерыв. Муж ждет. Будем смотреть кое-что. Может быть, нам понравится. Так, здесь все будет под застройкой. Оп. Там вот видите эти трубы, шланги или как это называется, коммуникации, короче. Улица здесь будет. Вот раз улица, два. И сюда тоже все торчит. Тихое место. Шикарная погодка, как всегда. Ну как всегда, не как всегда. Ой, снежок падает. Иду домой, супер настроение. Мы посмотрели сегодня в обед участки, которые на продажу и в аренду. И в принципе с мужем предварительно кое-что согласовали.